Всем привет! Меня зовут Олег Кивокурцев, я сооснователь и директор по развитию компании Promobot. Добро пожаловать на нашу страницу на площадке Boomstarter. Сегодня мы поговорим об очень важной теме. Мир стремительно меняется, и не в лучшую сторону. Углеводороды дешевеют. Экономические отношения между нашей страной и другими государствами иногда ухудшаются. И нам ничего не остается, кроме как развивать индустрию высоких технологий. И сегодня одним из самых эффективных направлений в данном развитии является система дополнительного образования, с помощью которой школьники, студенты осваивают азы программирования, осваивают азы робототехники и в дальнейшем становятся эффективными инженерами, открывают свои собственные компании и приносят высокотехнологичную валютную выручку. Но в индустрии дополнительного образования существует одна очень серьезная проблема – это завершенность. Давайте разберемся. Когда дети приходят обучаться, они начинают с Лего, осваивают азы логики и программирования. Дальше они переходят на Arduino, на Raspberry, осваивают азы C++, осваивают азы Python. Но что же дальше? Не так много наборов дают практические навыки в робототехнике. И мы, как производитель сервисных роботов, решили эту проблему решить. В 2021 году мы взяли вектор на индустрию образовательной робототехники и создали два робототехнических набора. Один носит название Robox, другой носит название Promobot Руки. С помощью данных наборов можно осваивать сенсорные сети, роботизированную операционную систему ROS, можно осваивать работу с шиной RS-495 и многие другие реальные навыки, которые нужны и в промышленной робототехнике, и в сервисной, и в бытовой. И, получив их, можно открыть свои собственные стартапы, устроиться в робототехническую компанию, устроиться на промышленное предприятие, где уже присутствуют роботы, и принести эффективность и пользу. Дорогие друзья, в соответствии с этим мы запускаем краудфандинг. Он будет заключаться в следующем. В течение месяца мы должны собрать 1 миллион рублей, который пойдет на оснащение крупнейшей в России сети робототехнических школ «Лига роботов» полноценным классом от компании Promobot. В рамках компании «Лига роботов» получит 4 набора Promobot Руки и 15 наборов Promobot Robox. И уже через месяц студенты, школьники могут получать реальные навыки робототехники, чтобы в дальнейшем их применять в реальном секторе экономики. Поэтому, если вам неравнодушна данная история, если вы не согласны с тем, что завтра будет хуже, чем вчера, если вы готовы участвовать в изменении рынка дополнительного образования, если вы готовы принести свой вклад в развитие робототехники в России, поддержите данную краудфандинговую кампанию донатом. Для нас это будет фактом того, что наши гипотезы, что наши действия действительно получат отклик, и они действительно нужны уже сегодня. Если вы не хотите делать донат, ничего страшного. Просто напишите нам положительный комментарий, и это послужит для нас огромным сигналом к тому, что мы движемся в правильном направлении. Читайте краудфандинговую кампанию, изучайте призы, переходите на наш сайт и следите за нами. Это интересная история, которая получит эффективное развитие в ближайшее время. Всем спасибо и на встрече на Boomstarter!